10 числа в театре импровизации на Весу спектакль импровизации «Игры ложных я». А, дорогие друзья, сейчас перед вами выступит Артур Кузьменко. Он расскажет вам о ложном «я». Он скажет вам, в частности, что ложное «я», во-первых, мешает... Забыл постулат. Понятно, Артур. Все, можно? Ложный «я». Ложный «я». Ложные «я». Они мешают нам раскрыться более полно, более мощно. Они мешают нам прожить то, чего мы хотим. И на спектакле вы увидите, что вам мешает это сделать, и лишитесь это нахрен просто. Регистрация на спектакль, ссылка внизу под видео. Заполните форму, и мы вас пригласим на спектакль. Пока. Друзья, меня, возможно, не будет, когда вы будете смотреть это видео, уже меня, возможно, не будет, но Рома скинет мне это видео, и у вас будет возможность узнать, что я говорил.